ЗАГСу 100 лет. Дата круглая. 18 декабря 1917 года советская уже власть образовала этот государственный орган. До этого функции регистрации рождения и смерти, браками и разводами занималась Русская Православная Церковь. Старый Оскол не исключение. Здесь, в холле нашего дворца бракосочетаний, была организована небольшая выставка, посвященная этой теме. Хотелось акцентировать внимание на истории, собственно, Староскольского ЗАГСа, да, который тоже имеет очень давнюю историю. Он трижды переезжал. Сначала располагался на улице Ленина в старой части города, потом с историческими изменениями, градостроительными прежде всего, и расширением города в юго-западном направлении, он переехал в этот район, микрорайон Лебединец. Тоже мы показали изображение этого здания, где он был. И, наконец, большой такой значительный переезд уже в новый дворец бракосочетаний. Музей ему удалось задокументировать. Вот сам процесс строительства этого самого первого дома по микрорайону Надежды, да, который впоследствии стал одним из самых больших в Белгородской области, прежде всего, дворцом бракосочетаний, где сейчас проводятся до сих пор различные мероприятия. Сегодня Староскольский ЗАГС один из лучших в области. В наш дворец бракосочетаний приезжают зарегистрировать свои отношения граждане из соседних районов Белгородской области. Выглядит он по-прежнему как новый. Чистота, порядок, красота. Вы знаете, ЗАГС — это такой орган, если можно так сказать, да, такая организация, когда человек проходит весь жизненный путь именно у нас. У нас такая уникальная возможность — и рождение, и браки. Ну, все абсолютно акты, которые сопровождают человека всю его жизнь, происходят у нас. Это уникальная, я думаю, такая организация. На торжественные мероприятия, посвященные столетию, были приглашены и почетные гости, в том числе и ветераны ЗАГСа, которые помнят и другие времена. Тогда не просто были свадьбы. Пойдут, это самое, 3 дня заявление подадут и зарегистрировали, а потом уже стали месяц на подачу заявлений. За свою качественную работу коллектив ЗАГСа был отмечен благодарностью от администрации округа. Разрешите мне эту грамоту, которую весь коллектив заслужил. Спасибо вам. Работа эта непростая, всегда требует настроения, и работники Староскольского ЗАГСа в своем труде не бывают равнодушными.